Всем привет, с вами не Лапся. Мы продолжаем проходить Prey. В прошлый раз мы закончили четвертую часть у нас на стриме прохождения Prey. Вот, сейчас у нас пятая. Так что залетайте на Twitch. У нас почти каждый день стрима. Давайте зайдем в параметры. Посмотрим, пожалуйста. Высокая сложность. Ничего не изменилось. Как мы сосали Бибу, так и продолжаем сосать. Так, что у нас по заданиям? Обходной путь, кто ты? Исчезающий труп, правдолюб. Осмотреть капсулу доктора. Угу. Жилая секция. А, все. Так, сейчас смотрим, что у нас по патронам. 4 нейромода. 4 нейромода, 4 нейромода. Угу. Два дополнительных чипа. Больше предметов. Подъем. Блин, подъем. Слушай, давай, короче, сейчас 8 нейромодов соберем. Да. 8 нейромодов соберем и прокачаем вот подъем и модификации костюма. А, так. Значит. Что у нас по патронам? По патронам. Понятно. Ладно, поехали в свой офис. А, все, вспомнил. У нас под контролем разума. Думаю, что это у нас враг тут делает. Мы же его не убили. Так. Здорово. Подожди. Сначала. Фабрикатор, утилизатор. Так. Скинем все ненужное. Скинем. Угу. Скинем. Съедим. Так. Это у нас не то. Это нам не нужно. Что нам еще, в принципе, не нужно? Вот это можно скинуть. Так, положим. Блин, надо поскидывать это все. На самом деле, вот это у нас что? Напиток нафиг не нужен. Велика одна штука. Так. Это сюда положим. Ну, я думаю, все, наверное. Тем более, если мы прокачаем костюм, у нас будет больше всего. А вот. Так. Угу. Старт. Что у нас тут? Набор для ремонта. Нет. Заряд. Нет. Патроны. Патроны давай. Блин, всего три. Что у нас по дробовику? По дробовику, где у нас патроны? Вот, патроны 12 калибра. Что у нас по дробовику с патронами? Вот он. 35 патрон. 35 патрон, да? Угу. Давай, да, давай на пистолет сделаем тогда. И хватит, пожалуй. Так вот. Понял, да? Чтоб красиво все было. Побежали. Так, 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 так. Сейчас надо вспомнить. Пока вас не будет, я поищу другие нейромоды. Долбанут, что ли? Нахрен так пугаешь? У меня ваш голос. Это способ вызвать доверие. Я говорю об этом для того, чтобы вы знали. Я ничего от вас не скрываю. Блин, на самом деле, сколько я сейчас бегал, пока я думал, да, вот это все между стримами. Январь очень подозрительный. То есть, в принципе, у декабря такой же голос, как у меня. Но не знаю, то что... Типа, видео... Тогда он показал у меня в кабинете. Он говорит сейчас, типа... Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Все, договорила. Говорит то, что, типа, он от меня ничего не скрывает сейчас, да? На самом деле, меня напрягает. То, что он мог подменить мой голос на видео своим. Вот. И как бы тогда уже ничего вообще, как бы, ничего не будет. Второй взлом. А у меня он есть? А у меня он есть.
супер. Да проскочи ты. Я не успею. Я понял. Изи. Лол, 4 нейромода. Погнали качать костюм. Так, подъем. И костюм. Кстати, пока мы тут, так как мы прокачали подъем, помнишь, у нас тут, я не помню, на каком, на втором, или тут, не, на втором, по-моему, этаже лежали всякие коробки, всякий шлак. Давай попробуем сейчас поднять. О, третий, да, нужен будет? Третий, ну да. Блин, обидно. А, то есть мне даже не надо его качать. Я понял. Отдел кадров. Так. Блин, музыка накаляет, конечно. Водичка. Мощно, мощно. Мне пригодится. Отдел кадров. Так. Что у нас тут хранится? Обувь. Гениально. Еще подожди. Бонусная компания, программа компании Транстар. Так. Нейромоды и премии. Угу. Ну и отлично. Я вот не знаю, есть ли мне смысл карабкаться, так как у меня типа не прокачан еще навык скрытности. Угу. Дротик. Чё? Свертутель, это не то. Можно сказать, тут даже мимиков нету. Что-то, по-моему, какая-то брехня. Минус ваза. Мимиков нету. Угу. А я тебя почти поверил. Вон он. Хотя заметь, пока я крался, он меня не заметил. Патроны две штуки, блин, маловато на самом деле. Я на него больше потратил. Так. Угу. Сколько тут всякого добра, конечно. Мощно. Чипы. Опа. Не зря взломал. Так, почта. Хорошая новость. Угу. Шаттлов. Так. Хил. ВВ, Бор, или Бор, Боб, точнее. Так. Ну тут типа, ну нет, ничего интересного. Ну хрен знает. Зато на халяву. И тут. Давай. Ну, пожалуйста. Давай.
Ой. Что хочешь сказать, я сейчас не выберусь? О! Изи. Аляпота. Так, куда нам нужно? По квесту вниз. По квесту вниз. Ну, пойдем вниз. Так, стой. Тут мы осматривали. Осматривали. Или он пустой. Так. Ладно. Поехали дальше. Да, переместиться. Халява, сэр. Халява, блядь. Угу. Так. Сейчас у нас получается, пойдем, продолжаем, да, путь в Дендрарий наш, к которому мы в прошлой серии так и не дошли. Угу. Поехали. Музыка какая-то странная, вроде тут все зачистил. Звуки не напрягают. Так, турельки. Тут все зачистил. Не знаю, читали, нет. Прочитай на всякий случай. У нас нет ничего. Тоже. Угу. Отлично. По-быстрому. По пасту. Так. В принципе, без разницы, побежали тут. Что за звуки? Кстати, мы же мимик так не выпустили. Ну-ка. Почему я не могу? Блин, обидно. Я бы его убил. Забрал бы с него всякую хрень. Как обычно. Так. Показался. Фантом. Турельки стоят, охраняют. Правильно. Охранять Сагитом. Пониженная гравитация. По-моему, правильно.
если я не ошибаюсь. Серьезно? Я вот это не могу понять, для чего, типа. Может, куда-то вставить надо? Ну тут, по идее, не должно быть никого, потому что вчера все зачистили. Дайте дорогу. Хрена себе. Подожди. Неправильно это делаю. Вчера был. Решетка. Здравствуй, Кусь. Всегда приходишь на самое интересное, да? Так. Дом из золота это, ну? Серьезно? Наконец-то. Так, слушай, а че я возникаю? Волнуюсь, переживаю. Берешь просто вот так баллончик. Прикинь, да? Просто берешь баллон. Такой бах. Такой бах. Что такое? А он меня что, типа, не будет атаковать? Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Что-то я прикол не понял, а что меня затягивает куда-то? Дорогу. А, он эти вещи дает. Хвала его. Что я... Теперь я юмора понять не могу. Что меня притягивает так сильно? Его способность какая-то, типа, ничего. Так. Ну, вот, есть предложение. Так, я тебя слушаю, Герми. Да, я тебя слушаю. Вот хрена я тебе что-нибудь приятное скажу. Но то, что ты пришла, уже приятно. Чё? Не ожидала, да, такой поворот? Пойти a way out. Напомню, что это за игра, я что-то вроде слышал о ней, но не помню. Так. Про побег, но она же платная. Я понял, про побег потеряешь, я понял. Я к тому, что она же платная вроде.
у меня сейчас денег, можно сказать, по копейке можно считать. Ну цыц. Блин, а? Вот гад. Не, я тут походу сдохну сейчас с такими темпами. Так, смотри, у меня полная версия игры, а для тебя даю доступ. Так. Мы вместе проходим без проблем. Только не сейчас, потому что сейчас у меня как бы стрим уже по игре. Но завтра можно, в принципе. Убирать собираешься, нет? Качка странная какой-то. Мы вместе проходим. Так. Блин, открой у тебя КП. Дурень. Целостностью костюма. Еще один ткач. Во сколько тут? Или это тот же? Это понятное дело. Ну все. Да, без проблем. Я с любой движ, в принципе. Что-то я прикол понять не могу. Суть такова, тебе надо в Origin скачать версию для друзей. Но у меня есть вроде Origin, но хрен знает. Ну завтра-то об этом поговорим или сегодня после стрима, если будешь еще в сети. Так, подожди. Что-то я юмора не понял. Я отсюда пришел, так? Ну-ка. Дайте дорогу. Подожди, дорогу свою. Ну да, все правильно. Правильно все. Отсюда я пришел, да? Странно, блин. Ткач, блин, все перепутал. Запутал меня. Так, а куда мне нужно? Давай начнем с этого. Куда мне изначально нужно? Туда. Ну и поехали тогда туда. Единственное, о чем. Я с баллон был. Вот он, баллончик. Привет. Даня. Так. Ты как бы полной версии игры скачиваешь, но без человека с купленной версии играть не сможешь. Понял. Ух ты, это что такое? А. Калучий мёд, но это уже не серьезно. Он у меня уже есть. Джош? Здорово. Какого черта? Служба безопасности требует, чтобы... Не смешно, придурок. Знаешь, что еще не смешно? Пропуск присваивать мою работу. А, вот оно что. Джош, это я руковожу проектом Black Box. Такие дела. Ты бы понял, если бы умел работать в команде. И, кстати, мне пришлось исправить часть твоих расчетов, так что... Серьезно? Ты это записываешь? Это что, тайная операция, Джош? Хочешь сдать меня прокурору? Ты ничтожество. Разговор окончен. Джош, что ты делаешь? Сейчас проверим, насколько хороши мои. Богом клянусь, если ты его не отпустишь, я вырву его из твоих потных лап и... Джош! Как раз вовремя, Сэм. Шеф, я не связист. Делаю, что могу. Кейт, это начальник службы безопасности Лазар. Слышите меня? Сара? Да, я вас слышу. Пытались подключиться к системе оповещений. Окей. Моя команда хорошо. В грузовом отсеке. Тут тоже эти твари. Они ползают по всей станции. Проверяйте все вокруг. Бейте разводным ключом. Сначала проверьте сам ключ. Сэм, он прав. Эти твари... Просто бейте по всем предметам и смотрите, не дадут ли они сдачи. Как будете в безопасности, свяжитесь со мной через транскриптор.
Высылаю защищенный контакт. Смотри, хорошо? Ты... Принято. Оставила свой транскриптор на станции мониторинга систем охлаждения. А, ну хлам, понятно. Направляюсь туда. Я могу там запереться. Вы в порядке? Просто перевожу дух. Сара, вы можете объяснить, что случилось? Кейт, найди укрытие. Потом поговорим. Нормальная гравитация. О, отлично. То я уже задолбался летать. Мне не нравится на самом деле. Что тут происходит? Орган телефона. Так. Вроде нет ничего, да? Цена. Так, остатки угрей. Чё, новый этот? Мобик? Так, отрывок. Угу. Окей. Ну поехали, дендрарий. Я говорю, я если что после стрима тебе напишу, если еще будешь сидеть, там уже спишемся тогда. Так. Вы выбрались. Отлично. Отлично. Вход в хранилище. Сука, только мы говорили про мимиков. Здесь также кабинет вашего брата. Юпитер в своем райском дворце. Так вы раньше про него говорили. Это значит, что вы... Кто? Нептун? Плутон? Юмор у тебя, конечно, от бога, братан. Надо тебе будет это... Юмор подправить. Давай переделаем. Сделаем шанс напомнить об этом. Чё? А, вы же, гад, не упустите шанс упомянуть. Да ладно, Кусь, мы же это... Мы же любя. Ну, на полшишечки всего там. Так, захаваем. После сегодня даже в чате круг выходит. Ну, вот так-то. А, так, что у нас по патронам? Нифига себе, вовремя я посмотрел патроны. Ага, я понял тебя. Я тебя понял. Мне пипец как не хватает металла, да? Металла. В принципе, вот этим я не пользуюсь. Раз. Утилизирующее оставлю. Нуль волновой. Оставлю. Так, батарея. Банки. Нет. Набор для улучшения оружия 7 штук. Фух. Добрый день. Так. Да ладно, ну, я же не обижаюсь. Еще бы ты обижалась, ну. Тут видишь, какие я тебе листья говорят, а ты еще обижаться будешь. Так. Патроны, давай. Всё, да. А больше не хватает. Ты что такое, мать твою? Морган, вы в порядке?
упомянут в научных отчетах. Не подходите к нему. Могла бы обидеться, конечно. Ну пусть. Вы, женщины, все можете. А зачем, понимаешь? Зачем это нужно? Пока вы там, выясните, почему застрял лифт. Ездить на нем гораздо быстрее и безопаснее, чем летать через Сагитту. Да, это я уже понял. Так, пока я тут, да? Окей. А, ну да, лифт же как раз застрял в этом. Дендрарий. О. Вспомнил. Тут нет никого. Турельки сломаны все. Блин, ни хрена себе, у тебя тут, конечно, это видок. Не, красиво, красиво. Ничего не скажешь. Тебе фонтанчик. Побитая. Какой тут нужен взлом? Первый. Изи. Как настроение? Да. Хорошо все. У меня все прекрасно, как всегда, в принципе. Ай. Больно. Так, как день прошел? Замечательно. Замечательно. Сидели. Мать твою, отстань. Ну. Гребаный телефон. Сидели с Герми, играли. Так, подъем, подъем. Так, окончательное одобрение. Ага. Ага. Ну, я думаю, это по заданию, да, наверное, будет? Сейчас-то не обязательно это сделать. Так, ржавая спираль. Угу, пошли отсюда. Чуть мне как-то сыкно. А, чем везде занимался? Да чем? Как всегда, в компьютере сидел. Чем еще заниматься? Я ж халявщик. Халявщик. Не могу думать. Я пытаюсь. Не могу. Опа! Помнишь в начале, когда этот... как он, не завороженный, а как он... загипнотизированный типа был? Мы его тогда просканировали, нам сказали, нужно больше... Эй! Эй, там! Откройте дверь! Прошу вас! Смысл? Нужно больше образцов. Смотри. Он на его этот разум влияет, прикинь. Что ты делаешь? Беги, беги! Сканирование завершено. Так, психошок первый. Мощно, мощно. Доступен новый псионный. А ты чем занимался, Кусь? Если не секрет, конечно. Пароль. Пароль. У меня нет пароля. Я не хочу тебя найти. Назад я не хочу тебя найти. То есть они типа под гипнозом, да, под влиянием. Вот, но они вроде как остаются собой. Вам значит 20 лет, да? Ну, типа того, да. Я говорю, старенький уже, ужас. Вообще. Скоро можно это... гробик заказывать. Показалось. Тень, блин, охренеть. Так. Ящик. А давай турельку починим. На стримах сидела и фильмы смотрела. Но у каждого свои развлечения. Шахматный стол. Еще одну турельку. Так. Нет,
очень страшно ходить из-за как раз вот этой огромной херни. Ну, тихо. Турель, блин. Не въеживайся. Дай мне мимику просканировать. Зла убила, блин. Главное, вовремя. Главный лифт. Так, стоять. Не-не-не, не верю. Че, реально нет? Прикинь. Мимиков нет. Да ну. Так. Чертеж. Антирада. Ну блин, антирад у меня уже есть. Ящик. Опа. Смотри. Проход. Так. 75 хп. А давай запрос выберем. Запрос нового оператора. Медоператор Транстар, класса пирамида 490, готов. Я еще рисовал. Ну, получается, ты рисовал там. Че рисую? Это займет пару секунд. Теперь порядок. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Так. Так. Интересненько. Что это у нас тут? Теперь ждем. Да так, ничего. Ну, рассказывай, раз уж начала ты, ну. Или стесняешься. Ты же у нас стеснительная, да, Кость? Как кусать, она не стесняется. В случае утечки воздуха, отключения искусственной гравитации и других чрезвычайных ситуаций, направляйтесь на ближайший сборный пункт.